Привет, бро, меня зовут Пози, и сегодня мы с тобой поиграем в Roblox в режим Repool Minigames. Сейчас мы должны уничтожить вражеский корабль красных игроков, мы должны стрелять по мишеням. Идет перезарядка, и выстрел, я говорю, выстрел! Эта штука вообще не может стрелять ни по кому. О, нет, все-таки я кого-то подорвал. Так, еще одну мишень подорвал. Сейчас нужно, вон там с краешку, их слишком много. Минус взрыв. Давай перезарядка идет. 3, 2, 1, минус взрыв. Похоже, я один сношу все мишени. Наш корабль почти потерпел крушение. Нет, нужно всем собраться и убить их. Камон, ребята, давайте, поднажмите. У них уже корабль начинает гореть потихоньку. Мы опережаем их. Давай, давай, по каждой мишеньке стреляем. Где моя перезарядка? Я этого вот сейчас вообще не понимаю. Так, нужно закрыть вот эту красную табличку, а то он что-то немного мешается. Так, в эту мишень, вон в ту мишень. Главное самому не сгореть в этом огне, а то будет все очень и очень плохо. Подорвал, и остался еще чуть-чуть. Жаль, я в другого игрока выстрелить не могу, чтобы его убить. Жаль, мы не можем никого уничтожать. И давай, еще несколько мишеней. Три мишени. Последняя мишень, она будет моей. Да, есть, я подорвал. Подорвали их корабль. У нас осталось еще две мишени. Мы выиграли тупо по времени. Только потому, что батя Пози начал стрелять четенько и точно. Я на первом месте. Отдайте мне мои монетки. Спасибо, еще плюс 90 дополнительно. Ура, за то, что я повысил свой уровень. Давно я не играл в Repool Games, на самом деле, поэтому это очень даже интересно. Интересный экспириенс. А, на каком уровне мы с тобой будем играть? Лава Чамберс или Лава Дип? Два уровня с лавой. Ладно, проголосую вот этот за этот второй. 5 голосов против 5 голосов. Сейчас еще кто-нибудь шестой проголосует и... Кирдык капут. Лава Дип победила. Да, есть, это однозначно Лава Дип. Короче, смысл игры такой. Появляется чувак у нас в каморке. Мы уже с тобой в это играли. Он называет какой-то свет, а мы должны встать на него. Итак, что же он выберет? Что же он выберет? Грин, срочно зеленый. Есть, запрыгнул на зеленый. Уу, я не утонул в лаве. Половина игроков сразу отсеяли. Кто точно проиграл бы? Розовый, розовый, розовый. Есть, успел. Ха, обломисто. Как они ходят по земле? Они должны уничтожены быть. Зеленый, 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 опять зеленый. А, есть, успел. Фу, на последней секунде. И кто же останется все-таки последним? Пюрпл, 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 пюрпл. У-ху-ху, е-е-е. Мы остались вдвоем. Теперь у нас не будет никакой конкуренции. Пюрпл опять. Давай, 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 успел. Ха-ха, я прям стоял на этом цвете. Какой цвет теперь он выберет? Он выберет красный, 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 макасный. Фух, прекрасный макасный цвет. Замечательно. Оранж, 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 оранж. Есть! Если бы я не прыгнул, я бы сейчас проиграл. Так, грин, грин, грин. Зеленый цвет. Фу, главное все успевать делать. Бежать из одной точки в другую. Я чувствую себя каким-то хомячком, который гоняет из стороны в сторону. Так, 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 так. Уай, белый, ладно, остановимся на белом цвете. Постоим, подождем. Так, теперь фиолетовый, фиолетовый! Я задумался, нет, нет! Я задумался и проиграл. А, ну за что, ну за что? Ну, она 100% уже победила, заняла первое место. Смысл ей там уже прыгать, осталось ей всего лишь 30 секунд там продождать. Гейм овер. А, кстати, она сломалась на желтом цвете. 49 золотых монет. Он так головой кивает. Нет, нет. Только не это. О, кстати, на моем балансе 1282 золотые монетки. Что за следующая мини-игра у нас будет? Эту мини-игру волшебная стенка унесла на небеса. Ага, голосование за следующую карту. Саймон говорит или же... Ха, ладно, все голосуют за Саймон говорит, значит и я тоже проголосую. Ха, какие правила? Объясните мне, а то я немного забыл, я немного подзапутался. Фу, что же говорит нам Саймон? Скажи нам, Саймон, что-нибудь. Саймон сказал Geo Purple. Есть, мы все запрыгнули на фиолетовый. Те, кто не успел, уничтожили. Что скажет следующим Саймон? А-а, а-а, пусть бегут на оранжевый. А, обломитесь! Обломитесь! Вы были уничтожены! Он не говорил идти на оранжевый. Саймон, гоу белый. О нет, только не белый. Ладно, встану на зелен. Да, ладно, буду стоять на зелен. Замечательно. Когда Саймон говорит, то мы должны это делать. А когда просто написано «бегите в другую сторону», то все, вы проиграли. Фух, мы успели. Давай, Саймон, я выполню все твои смертельные челленджи. Саймон сказал «гоу розовый». О, да, есть. Я был прямо возле розового цвета. Пинг, пинг, пинг. Go on yellow. Быстрее, быстрее на желтый. Ха, обломитесь. Я не пойду на желтый цвет. Я буду стоять здесь. Следующая надпись у нас. Саймон сказал «го красный». О, нет, 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 нет. Есть, успел. Фу. Фу, go on purple. Давай, давай, давай. Не-а, не-а, обломись-то. Нас не обманешь. 20 секунд осталось всего лишь. Саймон сказал go brown. О, brown. Ага, это коричневый. Все.
Меня никто не убьет. И мы победили. Гейм овер. Сколько мы с тобой заработали? Сколько мы с тобой заработали волшебных поинтов? И я на третьем месте. 71 золотая монетка. А почему того чувака 78? Посерфим немного. Давай, разгон, серф. Кстати говоря, эту карту вроде бы обновили под летний стиль. Что это за кубик такой упоротый валяется? А, это батут! Воу, куда это я запрыгнул? Ха, круто, круто. О, мы же можем с тобой пробраться к волшебным воротам, которые будут спавнить следующий уровень. А, за что все люди голосуют? Total Destruction, тотальное разрушение. Ладно, Total Destruction, окей. Ага, волшебная рука, появляйся! Спавни эти ворота! Ага, вот оно как работает. Я думал, просто карта появляется. Опа, смотри, мостик волшебный. Угу, Total Destruction, это у нас будет замок. Что мы должны с тобой сделать в этом замке? Ага, бум-бум-бум написано, я все понял. Сейчас будет все взрываться, мы должны уворачиваться и все такое. Находить себе новые укрытия. Бум-бум-бум, ай-бум, больно. Больно, бум, бум, это больно. Почему меня эта штука подрывает? Типа, нельзя останавливаться или что? Ай-яй-яй, больно. Она меня подрывает потихоньку. Ха-ха, спрячусь вот сюда, под башенку. Фу-фу-фу-фу-фу, постою здесь. Иду дальше. Я понял, я должен все разрушать. Я думал, я должен был уворачиваться от этих взрывов. Хорошо, чем больше ты разрушишь, тем больше поинтов ты заработаешь. Упс, меня... привалили немного. Так, разрушу этот замок. Вот так вот. Просто врываемся в него. Вот так подрывайся. Нафиг этот замок. Просто идти вперед и все разрушать. И все взрывать на своем пути. Все, что увидишь. Я, кажется, взорвал больше всех уже. Потому что я прям хожу по прямой. Прямо по эпицентру взрывов. Вот так. Давай, больше запчастей. Взрывай. Нельзя ходить без взрывов. Только взрывы, только хардкор. Так, еще маленькие детальки тоже нужно подорвать. Мне кажется, за каждый взрыв нам начисляются поинты. Либо мы должны сами все это дело очень быстро взорвать. Если мы это не взорвем, то мы будем уничтожены. С той стороны подрывайте все. Эй-эй-эй-эй-эй. С той стороны никто ничего не подрывает. Да, вон там чувачок побежал в ту сторону. Замечательно, мы работаем достаточно командно. Кто стал на первом месте? Я на третьем. Well. Как так? Почему опять кто-то меня опередил? Я же ходил и взрывал все на своем пути. Хотя, если учитывать тот факт, что первые 20 секунд я думал, что я должен взорваться, то... все очень даже неплохо. Третье место, почетное выигрышное место, третье место. Неплохо, можем расслабиться. Расслабим свои булки. Обожаю эту штуковину. А, сокер, футбол или же сплив? Все голосуем за сплив. Сплив — это супер крутой режим. Давайте, несколько голосов. 5 за сплив, 6 за сокер. Ура! 7 за сплив. Да, это однозначно победа. Нет, за сплив! Видимо, мы будем играть в футбол. Почему бы и нет? Футбол в Роблоксе. Что может быть прекраснее этого? Наверное, баскетбол в Роблоксе. Кстати, еще ни разу не играл в баскетбол. Так, где мячик? Я не вижу мячика. Ага, вот он мячик. Так, выбивают его. Выбивают. Пас мне! Пасуйте мне! Как они так его выбивают? Я вообще не понимаю, что с этим мячом происходит. Как его нужно закатить, если они выбивают каждую секунду? Так. Есть! Я перехватил, выбил! Хорошо, я тогда пойду в раж. Никто не опередит Пузи. Потому что Пузи... это месть. Я лучший футболист, как Месси Рональдиньо. Я прыгаю, в прыжке забью. Не-не-не-не-не-не-не. Стой. Вот так вот выбить. Фух, обвел вокруг пальца. Давай, четенький удар. Нет! Стоп, почему она на машине? What the fuck? Выбить мяч. Закатываем его за штангу. У нас есть еще минутка, чтобы забить один гол. У нас слишком слабые игроки. Они не умеют играть в футбол. А я прирожденный футболист. Если вы этого еще не заметили. Вы заметили, как я обхожу других игроков? Это же просто мастерский обгон. О, Red 2. В смысле, опять они закатили нам? Видимо, я чего-то не понимаю. Blue 1. О, мы закатили все-таки. А как они в нашу сторону-то выбили мяч? О, я в центре. О, нет! Ха-ха! Я чуть не закатил в свои ворота. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, я закатил своим. Я дурак, я это знаю. Ну, я Рональдиньо, я Месси, не забывайте это, я Месси. О, нет, я закатил все-таки во вражескую, я отыгрался, все очень даже неплохо. За 10 секунд забьем! Забьем гол! А, гейм овер, ладно, если бы я не закатил в наши ворота мяч, то сейчас была бы ничья. Я на 8-м месте, ну конечно я лошарик.
А чему он радуется, непонятно. Ага, бомбхэт. Горящая картошка. Обожаю этот режим. Так, отойду подальше сразу. Голова не у меня? Нет, голова не у меня. Вон у того чувака, видимо, голова. А, не-не-не, бомба. Убегай. Она... Бомба передает другому игроку бомбу. Ха! Минус игрок. Сейчас у следующего игрока будет. Сваливаю. Держусь на окраине. Ага, взорвался тот игрок, у которого появилась та бомба. Так, этот чувачок-гость идет за мной. Мне это вообще не нравится. О нет. Она бегает прямо по центру. Мы разбегаемся, как маленькие блошки. Слишком какие-то рачки эти игроки. Вот бы мне сейчас дали эту бомбу. Ой, нет, беру свои слова обратно. Опс. Иду на другой конец карты, она просто не успеет до меня добежать. Сейчас бомба взорвется. Вовремя она передала эту бомбу. Так, сейчас кто-то на миду будет по-любому. О, я с бомбой. Я с бомбой. На, держи, Ники. О нет, Ники. Так. И не передал, нет! Видимо, мне было суждено подорваться. Я опять на 6-м месте. Подорвался так подорвался. Горящая картошка не для меня. Ладно, думаю, на этом этот ролик будет подходить к концу. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если это так, то обязательно поставь свой лайк и подпишись на канал, если ты еще не подписан. Ну, увидимся с тобой в следующих видео. Оставайся таким же крутым и веселым, и увидимся с тобой в следующих видео. Адьос. Playtime.